Кировская область теряет население. За 2 года из нашего региона уехали 9 тысяч человек. Аналитики РИА Новости провели исследование демографической ситуации в стране и составили рейтинг по приросту населения в разных областях. В этом списке Кировская область заняла 69-е место из 85 возможных. Моя коллега Зоя Попцова выяснила, где в России жить хорошо. Зоя, то есть в наш регион, как я понимаю, люди особо не стремятся. Получается так. И вот это число 9 тысяч было только озвучено за последние 2 года. По данным Кировста, там в 2016 году Кировскую область покинули около 17 тысяч человек. В 2017 эта цифра увеличилась до 18 тысяч человек. И в основном люди уже уезжают в Санкт-Петербург, Москву и Московскую область. А причинами они называют семейные обстоятельства, смена работы или учебы. Сегодня я пообщалась с социологом Анной Оч, и спросила у нее, так почему же люди все-таки уезжают. Давай послушаем. Выпускается довольно большое количество специалистов, причем с хорошей квалификацией, по крайней мере, которые могут претендовать на хорошую работу, а ни один регион не может предложить такого количества рабочих мест. Если люди учатся долго какой-нибудь модной профессии или сложной профессии, у них складываются определенные социальные потребности, претензии к качеству жизни. А регионы, как правило, российские, не могут эти претензии удовлетворить. И люди уезжают. Я так понимаю, что уезжают кировчане, в основном, наверное, Москва, Питер, Казань, эти города. Да, так и есть. И по данным все того же рейтинга, в числе лидеров, куда россияне стремятся за лучшей жизнью, числятся Севастополь, Тюменская область и, внимание, Чеченская республика. Ты представляешь, сегодня я пообщалась с 2 кировчанками, которые тоже уехали из Кирова. Одна в Ханты-Мансийск, другая вообще в Израиль. Так вот, они ни разу не пожалели об этом. И давай сейчас послушаем, почему. Помню, были моменты, когда я обедала в столовой, потому что я не успевала взять с собой еду. И выбирала, либо я ем в столовой, либо я делаю набойки на туфли. Получается, мне предложили работу в 3 городах. Оказалось, что мы Кирову не нужны. Мы оказались нужны другим городам. Зарплату на определенную сумму выше и служебное жилье. Только оставайся, только работай, пожалуйста. Я ни разу не скучала. Я ни разу не хотела туда приехать. Мне Киров жалко, и жалко теперь тех людей, которые там живут. Я смотрю на фотографии сейчас весенних тротуаров. Думаю, господи, как хорошо. Никогда в Киров не приеду ранней весной. Никогда в Киров не приеду поздней осенью. Это не город для жизни. Хотя бы по своему внешнему виду. Сегодня я у кировчан тоже спросила, хотят ли они уехать вообще из Кирова. Давай узнаем их мнение. Уже поздно выезжать. Почему? Потому что хорошее место. Климат по душе. Привлекает за границей именно уехать. Не очень хочется здесь оставаться. Не знаю, все нравится, все устраивает. Да, в Казань. А что там? В связи с тем, что там чище, город приятнее намного на глаз. Ну, я даже не знаю. Ну, хочется чего-то большего достичь. Ну, я здесь родилась и здесь выросла, поэтому нет, мне нравится Кира. Ну, если не устраивает, так съездим, отдохнем где-нибудь, а потом на родину. И знаешь, Дим, если вот удариться в лирику, то наша жизнь – это вообще про прощание и расставание. И причем многие, кто уехал, они же, в принципе, выиграли. То есть они устроились на хорошую работу и в крупных городах. Хотя, знаешь, каждому свое. Как говорят, где родился, там пригодился. И, возможно, можно быть успешным и в своем родном городе. Да, возможно, Зоя, так и есть. Спасибо за интересную информацию. Ну, а мы продолжаем.